Картина под названием «Тело Христово», оно несколько эклектично. Многие могут подумать, что здесь образ Троицы Рублевской, то есть это икона. И одновременно здесь вставлен фрагмент таинства причастия. Это, как бы сказать, видение произошло мне единожды, и я решил его запечатлеть, потому что оно, как бы сказать, не умом, а сердцем ко мне пришло. Потому как я вот смотрел на икону Троицы, а на столе там стоит чаша. И в какой-то момент мне пришло чувство, что та же самая чаша – это и чаша причастия. То есть мы являемся частью Бога, частью Троицы, когда причащаемся. Радио «Вера».